на ремонте посудомоечная машина Hotpoint Ariston, ее модель LFT116A, пришла с поломкой, не включается, или если включается, начинает сначала спуск, потом после того, как начинает набирать воду, ошибки выпадают разные. Или моргает и вот эта кнопка, или одна, а это непонятная для шестипрограммных, непонятная ошибка, или моргают вот эти две, первая и третья, тоже для шестипрограммных машинок не нашел код ошибки. То есть ошибка выпадает случайно. Проверял сначала наполнение. Здесь стоит гиркон, который контролирует количество воды. Проверял помпу, которая качает. Проверил ТН, проверил циркуляционный насос. Все в порядке. Проверил. Многие говорят, что это попадает вода в поддон. Первая ошибка, если бы это было четырехпрограммное. Но там вообще замкнут, релюшка насмерть замкнута, уже кто-то ремонтировал. То есть контакт не может разрываться вообще принципиально. Но вот постоянно выпадает ошибка, беглая. Принято решение обратить внимание на плату управления. Сначала не было найдена поломка. Вроде бы все в порядке, но теперь снова буду смотреть более подробно на плату управления. Открывается она вот здесь вот внизу, есть такие защелочки, вот такие. Их отщелкиваем и отверткой, ножом, и на себя вытаскиваем. И откидывается, отсоединяем разъемы и смотрим на плату управления. Итак, я снял плату управления от посудомойки. Открывается у нас здесь фиксатор. Нажимаем фиксатор. Тянем на себя. Открыли. Теперь нужно снять крышку и плату вытащить вот так. Для этого сначала с одной стороны, с той стороны, где разъем, нажимаем на плату, тут клац. Здесь вынули. Значит, в чем проблема? Я начал смотреть, плата в принципе в идеальном состоянии. Начал прозванивать релюхи. Прозванивать на... У реле есть три контакта силовые. Допустим, у этого реле. Сейчас возьму, чтобы показывать. У этого реле вот 5 контактов. Это вот, силовые. Так, значит, 1, 2, 3, 4, 5. Это силовой контакт. Вот это вот сигналь управляющий. Реле стоит на 12-вольтовое. Следующее реле вот 5. И 2 управляющих вот соединяются. Значит, это минус. Сюда и сюда подаем 12 вольт, если клацает, значит работает. Ну, кроме этого, еще можно прозвонить при срабатывании клац, замыкаются ли вот эти контакты. Нормально они вот эти замкнуты, когда клацает, вот эти замыкаются. Прозвонил, 2 звонится нормально, 1, вот этот средний, не звонится, начал блоком питания клацать, это релиха не клацает. Выпаял, все в порядке.
Оказалось, что рядом с реле стоит диод 48-41, по-моему. Он был закороченный, а он стоит, короче, между плюсом и минусом одной рули и другой. И поэтому накоротко замыкал плюс с минусом. И система управления просто выходила в осадок и не знала, что происходит. Поменял диод, и все стало на местах. Все релюхи работают, я уже поставил, проверил. Посудомойка абсолютно хорошо работает, все программы выполняет. То есть вот замена вот этого диода, это полный ремонт платы управления посудомоечной машиной.